Ну, я вам скажу, это не удивительно, мы знали об этом, в принципе, знали, что готовимся. И я прошу всех нормальных людей, относиться к этому спокойно. Не трогайте его! Значит, все успокоились, да? За что? Что вы видели? У вас есть фото, видно то, что вы видели. Зачем вы сейчас провоцируете? Вот же реально. Бандеровцы. Я не веду. Вас и люди? Да. Сколько вас человек? Что, здесь напало? Да, абсолютно. Абсолютно все нормально, чего? А в чем проблема? За что людей били? Вас просто били, вас просто избивали. Судя по вам, что вы намного больше весили. Чем 10 человек? Конечно. Что у вас случилось? Почему? Да надо снимать полы. На него набросились. Какие полы? Вы скажите, какие его полы? Его ударил парень, который сидел за ним. Что это такое? О чем речь? Свидетели моря. Видео, У нас есть видео. Что это такое? Людей начали избивать. За что? Объясните. За что начали избивать людей? Объясните. Где? Вот видеокамера. Нас оттуда выгнали с побоями. Пойдемте в зал. Я вас беру за руку. Я за руку? Я что, женщина, что ли, меня за руку брать? Пойдемте в зал. Нет, я просто предлагаю. Кто он такой? Пойдемте. Сбили, говорят, что скажите, когда Фешера, что с вами зарабили конкретно? Да у вас идет кровь? Ну, да? Бывает такое, что идет кровь. Мы ударили. Не, мне не мозг ударили. Или короче, мы сидели. Я подумайте, что мог это отвелось. Ну, потому что русский фашизм, он как бы в стадии агрессивного, ну, в своей агрессивной стадии зараз наибольшей, как бы, мы вымушены с ним смагаться. Это нормально. Как бы, ну, нас бьют, мы бьем. Я лечу, что это абсолютно нормальная ситуация. Как бы, ну, никаких проблем. Як вы думаете, какие будут наступствия особисто для вас после этого? Блин, ну не хотелось бы стратить куртку, которая там осталась, они же наступства не будет, я думаю. А вы ведаете, что вас бьют? А откуда я веду? Ну, на паспорты не предъявляли. Так вы будете писать заяву, может быть, на... Я не думаю.